Добрый день, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С вами компания Avian Group, меня зовут Валерий. Сегодня вашему вниманию хотим представить насос белорусской торговой марки Green Pump, насос VQD1100F. Насос с поплавком, насос фекальный, но как-то вот больше используют его под бурение скважин на воду. Ну, что говорит о его качестве данного продукта. В общем, сейчас сделаем маленькую распаковочку. Так, ну вот коробка от насоса. Насос, естественно, внутри. VQD1100F КУТ. Насос по плавком. Торговая марка Green Pump Белоруссия. Так, по коробочке здесь график работы насоса. Ну и здесь технические описания по оборудованию. Вес 20 килограмм. Ну и здесь у нас 220 вольт, 50 мегагерц, степень защиты IP68. 400 литров в минуту, высота подачи 17 метров, жидкость максимальная 35 градусов, напор на штуцер 2 дюйма. Вот такой эта коробочка. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что внутри. Так, ну вот мы распаковали. Значит, вот сам насос. Значит, длина кабеля здесь 11 метров. Как рассказывали, он водопогружной кабель, высоковольтный. Так, поплавочек симпатичного такого красного цвета. Вообще, конечно, дизайн получился очень замечательный. Вот, теперь паспорт. Вот указаны все модели. Все импортеры, гарантия на насос 1 год. Так, ну вот шильдик 17 метров 400 литров. Так, ну это понятное дело. Ну и коробочка сама. Вот так вот выглядит насос. Так, ну мы сделали небольшой рассказ о данном насосе. Напомню, насос VQD1100F торговой марки Green Pump. По ценовой политике вы можете ознакомиться на нашем сайте pompopolska.com, либо это megapolif.ru. Все розничные цены там. Если есть вопросы, телефоны там на наших сайтах указаны, звоните, договоримся всегда. Для оптовых компаний, буровых компаний, монтажных, у нас спецпредложения. Вот. Ну и спасибо. Надеюсь, все вам понравилось. До свидания.